Коллеги, у нас состоялась такая встреча с Александром Сергеевичем Белошапкиным. Он участник специальной военной операции, был на территории города в отпуске, это был период как раз новогодних каникул. И состоялась с ним встреча, у него предложение, он обратился поддержать его предложение о том, что находясь на специальной операции, он видел, что бойцам с других территорий Новосибирской области, Томской области прибывали губернаторы, заместители губернатора, ну то есть должностные лица, и благодарили, вручали награды именно краевого, областного, ну вот субъектного такого характера. Поэтому и наш земляк Александр Сергеевич тоже просит поддержать его. Он сам написал обращение к губернатору, ну и хотел, чтобы мы тоже его поддержали о возможности рассмотреть вопрос о вручении подобных тоже наград, которые бы исходили именно от губернатора Красноярского края, чтобы в целом вот, принадлежность к Красноярскому краю тоже была отмечена для наших бойцов. Вот с таким обращением наш земляк к нам обратился и предлагается поддержать его. У вас имеется проект решения, значит, он очень прост. Поддержать обращение Белошапкина Александра Сергеевича к губернатору Красноярского края Кутюкову Михаилу Михайловичу об установлении наград для участников СВО Красноярского края. А губернатор поедет в СВО? Ну, здесь не совсем о том, чтобы поехал, просто... А здесь могут получать. Ну, где-то губернатор едет. Здесь, я думаю, вопрос о том, что бы такая награда была в реестре, перечне. Мы знаем, что у нас есть утвержденный перечень наград в Красноярском крае. И, может быть, его нужно дополнить, может быть, уточнить. Это уже соответствующие органы власти в Красноярском крае рассмотрят. Но я думаю, что депутатский корпус города Назарово поддержит земляка и эту инициативу не только от направим от Александра Сергеевича, но еще и с нашей поддержкой, с нашим решением. Поэтому предлагаю высказаться, поддержать. Или сразу голосовать? Предлагаю проголосовать. Предлагаете проголосовать. Коллеги, значит, у нас с вами есть, еще раз говорю, проект решения поддержать обращение Белошапкина Александра Сергеевича к губернатору. Предлагаю утвердить данный проект решения. Кто за? Против? Воздержался? Решение принято единогласно. Здесь же у нас не нормативно правовой акт.